Всем привет! Всех с праздником Светлой Пасхи! Пусть каждый дом войдет Божья благодать, мира вам, тепла, любви, уюта, благополучия и, конечно же, крепкого-крепкого вам всем здоровья. А у нас завершилась очередная благотворительная лотерея. Условия участия лотереи я выставляла, как обычно, в группах на Фейсбуке и в Одноклассниках. Призом станет картина такая вот, стрекоза, выполнена мной. Эта картина небольших размеров, оформлена в такую вот красивую рамочку. Картина объемная, как вы можете увидеть на этой фотографии. У меня даже есть видео, как эта картина стрекоза создавалась. Вот такая вот прелесть у меня получилась. И я думаю, что эта небольшая картина со стрекозой будет приносить только радость своему обладателю. Итак, приняла участие в лотерее у нас 5 человек. То есть наша лотерея 5 участников, куплено билетов 193. И тиражная комиссия у нас будет генератор случайных чисел. Перехожу на сайт генератор случайных чисел. Выбираю диапазон от 1 до 193. И нажимаю сгенерировать числа. Билет 128 выиграл. Перехожу и смотрим, кто это счастливчик у нас. А билетики 93-193 выкупила нас Вики. Вики, я поздравляю, вы стали обладателем. Вы прямо последний вагон этой лотереи вскочили и победили. Спасибо большое, Вика, что вы участвовали, приняли участие в лотерее и стали победителем этой замечательной картины. Желаю вам еще впереди множество прекрасных побед, и пусть удача вам сопутствует во всем. Всех участников лотереи хочу искренне поблагодарить за ваше участие, за помощь, за поддержку. И, конечно же, пожелать вам, чтобы вы участвовали дальше, выигрывали и вообще всем по жизни великих побед. Чтобы вам давалось все легко, чтобы удача, успех вам во всем сопутствовал. Для тех, кто не успел поучаствовать в этой лотерее, не расстраивайтесь, и еще впереди будут лотереи. Я думаю, на днях я запущу еще одну лотерею. Интересный приз будет. Это будут бокальчики с ручной росписью. Расписывала их я. То есть это будет что-то тоже симпатичное, красивое, оригинальное. И раз, два, три. Ну и условия я... Раз, два, три. Ну и, конечно же, условия части лотереи я также буду выставлять у себя в группах, на Фейсбуке и, возможно, в Ютубе в сообщениях. Так что подписывайтесь, вступайте в группу и следите за новостями. Виктория, а с вами я свяжусь, и вы мне дадите координаты, контакты, куда вам отправлять приз. Также очень хочу поблагодарить всех, кто участвовал в лотерее и не участвовал в лотерее, всех, кто поддерживал, помогал, делился информацией, делал репосты моих постов. Ребята, чистого сердца, я вам так всем благодарна, просто не выразить словами. Сколько раз я уже повторяю, но это так и есть, что одна бы я без вас не справилась. И сейчас сборы... Благодаря вам всем, добрым людям, сборы продвинулись, и мы вышли уже на такую на финишную прямую, где осталось совсем чуть-чуть. И дай Бог уже действительно вот в начале лета, и, возможно, в конце этой весны, я не смогу сделать благодаря вам всем операцию. Поэтому я вам безумно благодарна и просто от чистого сердца желаю вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы вам
действительно сопутствовала удача и успех во всем, чтоб был мир над головой, чтоб вы любили и были любимы, чтоб вы радовались жизни, получали удовольствие от жизни. Жизнь настолько она прекрасна и во всех своих проявлениях. Просто во всех своих проявлениях. Оглянитесь, посмотрите вокруг, насколько все красивое. Даже я, сидя дома, да, и смотрю в окно и любуюсь этими деревьями, как они покрываются зеленью каждый день, все больше и больше, птички там поют. Даже этим можно, такими простыми вещами, любоваться и радоваться им. Так что радуйтесь каждому дню, любите друг друга, говорите побольше и почаще приятных слов друг другу. Я вас всех люблю, целую, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока.